Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобил Дан. И сегодня будет обзор на телефон Samsung. Модель SGH-C160, телефон 2007 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура, снизу микрофон, разъем под зарядку. У меня такой нету зарядки. Здесь у нас на шнурка, сверху ничего, сбоку разъем под наушники. Сзади у нас логотип Samsung. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Вставляем сим-карту, плюс аккумулятор, плюс задняя крышка. И закрываем все плотно. Включаем телефон. Вот, телефончик полностью рабочий. Samsung SGH-C160 GSM Dual Band. Вот, сим-карту нашу поймал. Так, заходим в меню телефона. Первое, журнал, пропущенное, входящее, исходящее, удалить все, продолжительность, стоимость. Следующие услуги сети, переадресация, запрет вызовов, ожидание вызова, выбор сети, определение номера. Следующее приложение, FM-радио, сим-меню. Звуки, звонок, сообщение, выкол питания, звук соединения, клавиатура, поминутный звук, режим без звука, сигналы при вызове. Сообщение, смс-сообщение, паш-сообщение, шаблоны, голосовая почта, сообщение сети, настройки, сообщение, состояние памяти, баб и файлы, браузер, мультимедиа. Органайзер, время и дата, будильник, калькулятор, конвертер, телефонная книга, найти имя, номер, номера FDN, добавить запись, быстрый набор, свой номер, управление. Настройки, мои настройки, приветственное сообщение, язык, безопасность, автодозвон, четкость голоса, ответ любой клавиатуры, автоблокировка. Сброс настроек. Ну и все. Вот такой был краткий обзор на телефон Samsung SGH-C160. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пиши комментарии. Ну и все. Всем пока-пока. До новых видео и обзоров.